Привет, мои дорогие друзья! Сегодня я хотел бы поговорить об одном канале. И это канал The Light Show. Нет, вы не думайте, я не прошу вас на него подписаться. Скорее наоборот, хочу пролить свет на некоторые весьма неприятные стороны этого канала и обезопасить вас от него в будущем. Ведь безнаказанность порождает новое, еще более тяжелое преступление. В недалеком прошлом на канале House Light проходил совместный giveaway с каналом The Light Show, где основным условием было подписаться на эти каналы. Призы победителям в виде трех футболок с изображением FNAF, Gravity Falls и My Little Pony предоставлял канал The Light Show. Giveaway удачно завершился, победители нашлись. Их адреса были переданы каналу The Light Show для отправки призов. Он, в свою очередь, отписался о том, что все призы он отправил адресатам. Далее эти каналы продолжали сотрудничать. Они приняли участие в обоюдной озвучке комиксов. The Light Show советовался с Хаусом о том, в каких программах работает, и даже спрашивал разрешение о том, чтобы взять видеоряд комиксов с канала Хаус, переозвучить и выпустить как свои, на что, конечно же, Хаус не повелся, хотя уже тогда надо было задуматься. Каково же было удивление, когда по прошествии месяца с лишним победители этого giveaway обратились к каналу Хаус с вопросом: «А где же наши призы?» Алиса ВКонтакте спросила у The Light'а, что там с призами, и попросила квитанции об отправке, чтобы показать победителям. Не получив ответа, она хотела еще раз написать, но не тут-то было. Этот говнюк удалил страничку ВКонтакте, в Ютубе не отвечал на сообщения. Единственное, когда Алиса написала с почты ему на Gmail, он спросил, кто она такая, и далее на сообщения больше не отвечал. Так как канал Хаус дорожит своей репутацией, все призы были компенсированы. И вроде бы все. Каждый пошел своей дорогой по просторам Ютуба. Но не тут-то было. Недавно наткнулся на то, что The Light Show активно выпрашивает донаты со своих подписчиков. А недавно объявил giveaway с крупным призовым фондом. Я сомневаюсь, что победители будут, так как видео уже удалено или скрыто. Моя совесть не смогла промолчать, поэтому вы видите это видео. Я не прошу вас отписываться от его канала, писать ему негативные комментарии. Лишь прошу вас задуматься о том, какой человек стоит за каналом The Light Show, и сделать свои выводы, стоит с ним связываться или нет. Лично мое мнение, таким не место среди честных и порядочных ютуберов. Для торжества зла необходимо только одно условие, чтобы хорошие люди сидели сложа руки. Поэтому я уже поставил бан этому каналу. Спасибо за внимание, пока! И помните, выбор всегда за вами!